Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, что скутер перестал тянуть, заводиться нормально, запускаться. Вот. По множеству отзывов и прочего, по хренову гору поменял вот таких вот штук. Сменил уже не один карбюратор, проблема не исчезала. Вот стоит абсолютно новый карб. Не набирает обороты и чихает. В итоге... Что? В чем заключалась проблема? Вот он датчик. Вот этот вот болт был сорван на заводе. Мопед абсолютно новый, практически 3000 пробегу. Вот. Закрутил вот этот болт через клей. Подогнул его туда, вовнутрь. Потому что он не доставал до магнита. Вот до этого и здесь вот, ну не видно на камеру, но вот этот вот магнит сточен. Туда его заколотил вовнутрь. И все, проблема исчезла. Теперь эта махарача запускается. И набирает хорошие обороты. Перетрясли его весь и полностью. Что только не было поменено. Свечи, провода, катушки. Все, что рекомендовали на великом интернете, ё-моё. Так что вот, начинайте, если что, вот с этой фигни. И началось все с того, что заправились некачественным бензином. Пропали обороты. Начали чистить карбюратор и 5-е, 10-е. Так что и на плохих заправках тоже не заправляйтесь. Случайно это было понято. Залили сюда Газпром 95-й бензин и начали с ним ковыряться. После замены бензина карбюратора нашел причину. Так что вот имейте в виду, плохой бензин и хреновая сборка вот этих вот элементов приводит к таким тяжелым последствиям. Так что всем мир, всем пока, может кому поможет.